Всем привет! На связи магазин мотоэкипировки ProEquip. Меня зовут Филипп, и сегодня у нас на обзоре куртка Swip Melanis. Эта куртка у нас текстильная, она, в принципе, у нас считается более универсальная. Лучше использовать, например, в туристических походах и всем прочем. Стиль, в принципе, если он заходит вам, обычно я считаю, что когда одеваешь ее на женщину, она гораздо более выигрышно смотрится, особенно на фоне других текстильных мотокурток. А вентилирующих отверстий здесь у нас не так уж и много. На плечах два воздухозаборника, которые находятся под молниями, и сзади также на плечах два воздухоотвода. С внутренней стороны мы уже начали замечать, что у нас появляется классический нейлонный карман, который защищает мобильный телефон надежно от воды. Также карман для всякой всячины, для документов. И внутренний карман у нас также находится в боковой части куртки. В него может пройти, в принципе, также помещается телефон, документы вполне себе спокойно, а рука там прям полностью утопает. Уже появился классический кармашек для наушников. В принципе, уже можно сказать, что это более-менее современная куртка. Однако, сюда нет возможности установить защитную вставку в грудь, но при этом есть возможность установки защитной вставки в спину. Я порекомендовал классическую D3-шную. По поводу защитных вставок уже, которые здесь есть, они у нас каучуковые в районе плеча и в районе локтя. А если вам понравилась эта куртка, ссылку на нее мы оставим в описании. А на этом все. С вами был Филипп, канал магазина ProEquip. Подписывайся на наше обновление, ставь большие пальцы вверх. До скорого.